все снимают, я уже снимаю. Так, привет, все, прочитаю. Дзюдо хранит вековые традиции и остается наследником самурайского кодекса чести. Дзюдо воспитывает не только физическую силу, но и ум, и благородство. Борец и опытный начинающий должен быть мужественным, настойчивым, скромным и уважительным другим людям. Основатель дзюдо Дигора Кан рассматривал свое искусство как средство формирования гармонично развитой личности. Он считал, что дзюдо не только защита без оружия, сколько философия повседневной жизни. Кодекс чести дзюдоиста включает в себя такие качества. Вежливость, смелость, искренность, честность, скромность, ответственность, уважение к окружающим. Сейчас я буду читать, а вы будете за мной повторять. Клятва дзюдоиста. Я не брошу учебу без уважительной причины. Я не брошу учебу без уважительной причины. Я не опозорю дзюдо и свой клуб. Я не опозорю дзюдо и свой клуб. Без разрешения учителя я никому не открою секретов, которые меня научили. Без разрешения учителя я никому не открою секретов, которые меня научили. Как ученик я буду следовать законам дзюдо и моего клуба. Как ученик я буду следовать законам дзюдо и моего клуба. Итак. Итак. Первая задача, которая будет поставлена для всех, без исключения, юноши, встаньте, пожалуйста.